Лянька. Да что может она живая-то, если совернется? Да еще целую корзину подснежников принесет. Ой, чу. Пойду-ка я ее разбужу. Разбуди. Возьми корзину побольше. Да переложи в нее подснежники. Да попросторнее укладывай, чтобы она казалась побольше. Ой, умница ты моя. Ну, иди, иди. Так, а я, наверное, что? Землицы подложу. Да, землицы. Давай, будет казаться побольше. Так. Да, листики, листики надо тоже попросторнее-то разложить. Дочка, иди полюбуйся, как я подснежники-то уложила. Да что там любоваться? Так вот. Это ты, полюбуйся. Колечко, откуда это? Стала я ее будить, а? Она не слышит. За руку я ее схватила и увидела. Но колечко-то я стянула и будить ее больше не стала. Пусть спи. Вон оно что. Вот она, сиротка-то какая. Не одна, значит, в лес находила за подснежниками. Ты посмотри, посмотри, как кольцо-то играет, как оно блестит. Давай, давай на пальчик посмотри. Ой, ой, не лезь. Ой, не лезь. Пришка! Чего-то потеряла, что-то ищешь? А вы тут ничего не находили. А что нам находить такое, мы ничего не теряли? Может, ты сказать-то боишься, что потеряла, а? Ага. А ты знаешь, видела. Так ты скажи нам, что-то потеряла. Мы поможем тебе найти. Колечко у меня пропало. Колечко! Откуда у тебя колечко-то? От радиасика не дали, никаких колец-то не было. Я его вчера в лесу нашла. Ой, счастлица какая. И подснежники-то она нашла. И колечко-то она нашла. Ну, это ищи себе дальше. А, пора, подснежники во дворе снести. Дочка, одевайся. Бери корзинку. Пойдем, дочка, пойдем. Зачем вам мое колечко? Отдайте мне его! Ты что, умалишила, что ли? Откуда у нас твое кольцо? Мы твое колечко и в глаза не видели. Ага! Пойдем, дочка, во дворец. Нас уже что? Погодите, матушка, сестрица! Что же мне теперь делать? Братья месяцы далеко. Не найти мне их без колечка. Вот будто и не было ничего. Будто приснилось. Ни цветов, ни колечка. Прощай, мое новогоднее счастье. Прощайте, братья месяцы. Прощай, апрель. Брошена, гори, гори, ясно.
Завтра будет 33 декабря. А послезавтра 34. Как там дальше говорите? 35, 36, 37. Ну такого не бывает. Вы опять? Да, опять. В декабре ровно 31 день. Вы можете отрубить мне голову, посадить в тюрьму, но в декабре 31 день. И это доказано наукой. Опять и 5, 25, 7 и 7, 47. Это тоже доказано наукой. А наука мне дороже собственной головы. Ну-ну-ну, дорогой профессор, успокойтесь. Я вас прощаю. Я где-то слыхала, что короли иногда любят, когда им говорят правду. А все-таки Новый год не наступит до тех пор, пока мне не принесут полные корзины подснежников. Пусть по-вашему, но их не принесут. Посмотрим. Ну почему до сих пор нету подснежников? Все ли в городе узнали о моем указе? Ваше Величество, во дворец прибыли подснежники. Как? Сами прибыли? Ой, нет, Ваше Величество, их принесли две особы, без титулов и званий. Так скорее же зовите сюда этих двух особ, без титулов и званий. Так это и есть те самые подснежники? Да, Ваше Величество, те самые, да, свежие лесные, только что из-под сугроба сами рвали. Ой, сегодня все проденут в петлицы и приколят платье в подснежники. Значит, декабрь кончился, и Новый год наступил и в моем королевстве. Ура! Можете меня поздравить? С Новым годом! Что можно сделать сегодня?
бабушка ваша в лес дорогу показать сможет? Он сможет, а только вот захочет ли? Она смеет не захотеть, если я прикажу. Так упрямая она у нас, ваше величество. Я тоже упрямая. Посмотрим, кто кого переупрямит. Ваше величество, а вы прикажите ей голову отрубить, если она не захочет. Вот и все. Я сама знаю, кому голову рубить. Итак, мы все едем в лес за подснежниками. Ах, как хорошо будет, как здорово, как весело. А вам дадут самых быстрых лошадей. И вы со своей зверушкой догоните нас. Слушаемся, ваше величество. Едем, едем. Послушайте, кажется, не
И костер гори, и смолы вешние вари. Пусть из нашего котла по стволам пойдет смола, чтобы вся земля весной пахла елкой и сосной. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. 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 Жарко тебе, а? Ишь как, щечки-то разгорелись, а? Не мудрено ли, прямо с мороза, да к нашему костру? Спасибо вам, два раза вы меня от смерти спасли, а мне вам и в глаза смотреть совестно. Потеряла я ваше колечко. Потеряла? А ну-ка угадай, что у меня в руке? Колечко! Оно самое. Бери свое колечко. Хорошо, что ты его нынче не пожалела. А то не видать бы тебе больше ни кольца, ни нас. Носи его, и всегда тебе тепло и светло будет. И в стужу, и в метель, и в осенний туман. Вот и вернулось ко мне мое счастливое колечко. Только страшно мне с ним домой возвращаться. Как бы не отняли опять. Не бойся, теперь ж не отниму. Ну как? Некого. А куда же подевались мачеха и ее дочка? Они так переломились, так перепугались, что в собак обратились. О, ничего, пусть теперь твой дом на двор сторожат. А через 3 года, а когда они посмирнее станут, ты их приводи к нам, к новогоднему костру. Ну мы с них шуб-то и поснимаем собачьи. А теперь... Будь у себя в доме полной хозяйкой, а мы тебе в гости будем приходить по очереди. И каждый со своим подарком. О! Умей только наши подарки принимать. Это да. А теперь, девица, прими от нас вот этот вот сундук. Спасибо вам большое. Не знаю, как благодарить-то вас. Так ты сначала открой сундук. Вдруг мы тебе не угодили? Вот ключ, держи. Глаз не оторвать, у самой королевы нет таких платьев и такой шубки. Да полно тебе причитать, доченька, на-ка, примерь платок, мы на тебя полюбуемся. Ой, ну и красавица же ты. Сани расписные подарить, соболями крытые, серебром обитые. Мишка, топтышка, спасибо тебе. Свободен, отдыхай, отдыхай. Ох, что за сани? А я дам коней не хуже саней. Кони мои сыты, в золоте копыта. Гривы блещут серебром, топнут озим, грянет гром. О, хорошо ты! Только без колокольчиков и бубенчиков ездите весело. Так и быть, подарю я тебе бубенчики. Веселая дорога! Опять гости как нам пожаловали, вот, а? А что делать-то будем, братья, а? Пустим их к костру-то, а? Так, девка-то эта больно злая. Это да. Так, может быть, у нее злость-то на морозе повымерзла. Ну, так, с ней же еще двое. Еще двое. Это солдат, он очень добрый. Он мне хворост помогал собирать. И с ними учитель. Он тоже очень-очень добрый. Ну что ж, посмотрим. Ну ничего. Вот, мы эту тропинку-то снегом засыпем, ветром заметем вовсе, как будто ее и не было. Ну, давайте, милости просим. Милости просим, проходите.
совсем замерзли. Сейчас согреем. Еще ничего, Ваше Величество, вот и костер. Сейчас вас на ножку поставлю, тут и согреемся. Вы подходите поближе к костру, теплее будет. Смотрите, это ведь та самая девушка, которая подснежники принесла. Только какая-то она нарядная. Так точно, Ваше Величество, она самая. Здравствуйте, сударыни. Третий раз мы с вами встречаемся. А и не признал я вас. Ведь и не узнать вас, и шубка у вас такая, и шапка. А платок? Что за чудо-платок? А кони-то какие? Чьи же? Конь-то да. Вот хозяюшка, да. Ну, поздравляю с покупкой. Не покупка это, а подарок. Подарок? Так оно еще и лучше. Дешевле досталось, дороже будет. Это ты прав, служивый. Ну а теперь пора мне и своими делами заняться. А то это и мороз не по-ингарски трещит, и ветер, понимаешь, не во всю силу дует. Да и снег не туда падает. Да вот как. А вам, гости дорогие, тоже пора в путь-дорогу собираться. Так и надо бы мы в путь-дорогу собраться. А по таким сугробам, боюсь, до будущего года не доберемся. Вот если нам на ваших лошадках... Ну что ж, вон хозяюшка, попросите, глядишь и подвезем. Разрешите попросить, Ваше Величество? Не надо. Ваше Величество, до дворца-то далеко, а мороз январский суровый. Да как же я просить-то буду? Ведь шубу я с нее сняла, кольцо я в сугроб выкинула. Да не умею я просить, я только приказывать могу. Ведь я королева. Королева? А мы и не знали. Ишь ты, королева. А это кто рядом с тобой? Учитель твой, что ли? Да, учитель. Что ж вы ее такому простому делу не выучили, а? Просто ее величество училось тому, чему им угодно было. Милая, подвези нас. А я тебя за это по-королевски награжу. Спасибо, Ваше Величество, но не нужны мне ваши подарки. Она не хочет. Так ты ж, милая, подумай, может быть, как-то не так надо просить, а? Я что-то не то сказала? Ну, с точки зрения грамматики вы все сказали верно. Ну, Ваше Величество, я вот человек мало ученый, грамматикам там всяким не ученый. Нежели попробовать по-доброму попросить, сказать, милая девушка, вы очень замерзли. Подвези нас, пожалуйста, сделай милость. Кажется, я поняла. Милая девушка, подвези нас, пожалуйста. Мы очень замерзли. Отчего не подвезти? Конечно, подвезу. Спасибо. Ну, вот и хорошо. А посему разрешите мне тогда на бычке пристроиться. С лошадками управляться — дело знакомое. Садись, служивый. Вези седоков. У нас кони быстрые. Не оглянетесь, дома будете. Ну, спасибо. Это вас. За мной. Прощайте, братья месяцы. Не забуду я вашего новогоднего костра. А я бы рада забыть, да не забудется. А забудется, так напомнится. О, прощайте, люди добрые, счастливо оставаться. Добрый путь, зеркалом дорога. Прощай, апрель месяц. Прощай, милая, и меня в гости. Догорай костер дотла, будет пепел и зола. Разлетайся синий дым по кустарникам седым. На вершина кутай лес, поднимайся до небес. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Тает месяц молодой, каснут звезды чередой. Из распахнутых ворот солнце красное идет. Солнце за руки ведет, новый день и новый год. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Гори, гори ясно, чтобы не погасло.